Алиса Косицына занимается вокалом в детской школе искусств номер 2 второй год. Несмотря на юный возраст, за плечами у исполнительницы немало успешных выступлений на всевозможных фестивалях. Очередное звание лауреата девочка получила на 8-м международном конкурсе ITTV «Талант-2022» в Москве. Алиса покорила сердца членов жюри, исполнив песню из мультсериала «Маша и Медведь». Она мне нравится тем, что она задорная, веселая, легко запоминается, она всем нравится. И самое главное, что эта песня похожа на меня. Другой воспитанник школы Денис Савельев также стал лауреатом первой степени на этом конкурсе. Победу ему присудили в номинации «Патриоты отчизны» за исполнение песни «Красное солнышко». У меня в репертуаре в основном патриотические песни, потому что мне очень нравится петь песни о лугах, о полях, о своей любимой и красивой родине. Педагоги детской школы искусств номер 2 большое внимание уделяют подготовке детей для участия в самых разных конкурсах, оттачивают исполнительское мастерство и сценические навыки. Каждое выступление перед жюри и незнакомой аудиторией – это шаг вперед в развитии музыканта. За результатом конкурса стоит, конечно, кропотливая работа. Работа не только учителя, но, естественно, в большей степени учеников. И здесь уже зависит эта подготовка, это отношение, это желание. Не желание победить, а желание сделать хорошо, красиво, и чтобы песни в исполнении этих ребят были поняты. Сейчас ребята готовятся к очередным конкурсам «Весенние каникулы» и к юбилейному концерту образцового народного ансамбля «Горница» детской школы искусств номер 2, который пройдет в апреле. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.